страшные скидки. Всем привет! Новогодние праздники в самом разгаре. И если вы предпочитаете активные виды отдыха, без теплого свитера вам не обойтись. Неизменный хит уже которой зимы – свитера с оленями. Всевозможные сайты предлагают свитера по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При выборе свитера нужно обратить внимание на материал. От него зависит, насколько хорошо он греет и будет ли комфортен в носке. Например, махер уютный и неплохо согревает, но сильно линяет, усыпая ворсинками остальную одежду. Синтетический трикотаж вроде акрила и вовсе бесполезен в холодное время года. Со своими прямыми обязанностями он справляется плохо. То же самое касается хлопковой пряжи. Идеальный вариант – шерсть или кашемир. Но и здесь есть свои нюансы. Стопроцентная шерсть может быть неприятной к телу и слишком жаркой, чтобы носить ее в помещении. Лучше всего выбирать мериносовую или альпаку. Иногда в шерсти добавляются другие волокна – искусственные или натуральные, вроде шелка. Если их часть в составе не превышает 20-30%, свитер будет согревать как надо. Что касается кашемира, то главный вопрос в цене. Качественный кашемир не может быть дешевым, это дорогое в производстве волокно. Перед покупкой бюджетного кашемира обязательно устройте ему проверку на ощупь. Если в качестве вещи вы не уверены, лучше ее не брать. На сайте Озон новогодний свитер с оленями Медичи сейчас можно купить за 1843 рубля. Его прежняя цена – 3034 рубля. Расцветка бело-голубая с красными вкраплениями. Свитер очень теплый и мягкий на ощупь. Согреет вас даже в суровых российских регионах. Подходит как для женщин, так и для мужчин. Свитер оверсайз подойдет к любому образу. Уход машинная или ручная стирка при температуре не более 30 градусов. Режим деликатный. Сушить в горизонтальном положении. На сайте Wildberries свитер с оленями предлагают за 2940 рублей. Его прежняя цена 4200. Расцветка сине-бело-красная. Вязаный свитер оверсайз выполнен из качественного и прочного материала. Из шерсти, благодаря чему он не колется, не теряет свою форму даже после множества стирок и согреет в самую холодную погоду. Поможет создать новогодний, уютный и неповторимый образ. На сайте Яндекс.Маркет свитер с оленями можно приобрести со скидкой в 37% за 1890 рублей. Размеры 42 по 48. Состав 50% акрил, 50% шерсть. Круглый вырез, длина стандартная. Расцветка красно-бело-зеленая. На сайте zivs.ru свитер с оленями можно приобрести со скидкой за 2750 рублей. Его прежняя цена 4550 рублей. Свитер бело-голубой с красными мотивами. Выполнен из мягкого шерстяного и пан-трикотажа. Изделие отвязано по контуру и прошло проверку качества. На сайте Lanord свитер с оленями продается за 4300 рублей. Раньше он стоил 5700 рублей. Свитер унисекс на молнии с ярким принтом в традиционном зимнем формате долго удерживает позиции лидера в моде. Состав шерсть 70%, кашемир 15%, акрил 15%. Обеспечит теплом и уютом на весь сезон в любой мороз. Существует несколько основных видов воротничка. Круглый, V-образный, с высоким или средней высоты горлом, вырез лодочкой или широкий ворот-хомут. Это маленькая деталь – еще один важный критерий выбора. Именно форма ворота во многом делает силуэт и помогает создать правильные пропорции. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки!